Дарова Геркил, Минигербин Олия, Эхи, Бухиннун, Алагубнягаун, Эвады Туренме. Эхи мунду тема Кэрген. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга. Сегодня с вами мы будем изучать эвенкийский язык. И тема нашего урока – семья. Кэрген. Кэрген. Семья. Ами, ами, отец, эне, эне, мама, амака, амака, дедушка, обоко, обоко, бабушка, хунадив, хунадив, дочь. Омолгив, омолгив, сын. Эки, эки, тетя. Акин, акин, дядя. Айкакан, предложение в огат. А сейчас с вами мы составим предложение. Ами бэюмимни. Ами бэюмимни. Мой отец охотник. Эне дюви это ячемни. Эне дюви это ячемни. Мама хранительница домашнего очага. Амака хавка. Амака хавка. Дедушка – мастер. Обоко – улдымни. Обоко – улдымни. Бабушка – мастерица. Хунадив – белемни. Хунадив – белемни. Дочь – помощница. Омолгив – моловки. Омолгив – моловки. Сын – дровосек. Эки кунакарва иргидерен. Эки кунакарва иргидерен. Тетя воспитывает детей. Акин оломимни. Акин оломимни. Дядя рыбак. Айкакан дукукеллу эва буаги дукусаун. А сейчас мы повторим слова, которые мы сегодня изучили. Кэрген, кэрген, семья. Ами, ами, папа. Эне, эне, мама. Амака, амака, дедушка. Обоко, обоко, бабушка, хунадив, хунадив, дочь. Омолгив, омолгив, сын. Эки, эки, тетя. Акин, акин, дядя. Кале это рэп. Аят бидикеллу. На этом мы заканчиваем урок. Будьте здоровы!